господа, уважаемые гости, родные и близкие Олега и Светланы. Сегодняшний день удивителен и волшебен. Кто-то из вас скажет, так было угодно Богу. Кто-то думает, что во всем виноваты звезды. Кто-то верит, что это просто чудо. И все вы, конечно, правы. Сегодня по Божьей воле, по счастливой звездой, в чудесный зимний день 9 декабря 2011 года мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями удивительного события. Сегодня мы с вами присутствуем на церемонии бракосочетания двух любящих людей, двух половинок нашедших друг друга, мужчины и женщины, чьи жизненные пути сегодня станут одной большой дорогой счастья. Защитником и опорой для своей любимой Светочки и их сына Даниила. И вот сегодня их отношения, проверенные временем и чувством, вступят в новую фазу. Словно белые вишни в цвету, словно в лебедь, влетевший из детства, ты проходишь у всех на виду, ты прекраснее всех, ты невеста. Ты туман над уснувшей рекой, что чернует ее и турманит. Ты невеста, несешь лик шпакою, ах, как все жениха это манит. Ах, невеста, мы сколько же слов посвятили тебе все поэты. Ты как фея из радостных снов, где поют тебе эльфы сонеты. Ты прекрасна, ну что тут сказать, ты невеста и кажешься летом. Свадьбу будешь всегда вспоминать, наполняешь ты всем своим светом. Валерий Викторович, папа невесты, все эти годы именно он оберегал и лелеял Светлану. Он защищал ее от всяческих проблем и неприятностей. Он был первым, с кем она делилась своими радостями. Сегодня все эти почетные обязанности отец передает будущему мужу Светланы. На рушник ступить, век с любимым быть. Прошу сделать этот первый шаг на пути к счастливой совместной вашей жизни. Аплодисменты и поддерживаем нашу молодежь. Сейчас вы жених и невеста. Олег, в ваших руках счастье вашей нежной и прекрасной невесты. А в ваших руках, Светлана, счастье Олега. Я хочу спросить, есть ли среди присутствующих кто-то, кто знает причину, по которой эти двое не могут стать мужем и женой? То пусть он назовет ее сейчас или будет молчать до конца своих дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
пришли поздравить друзья и родные. А среди них самые близкие для вас люди – ваши родители. Подойдите к ним и поклонитесь им низко. Первый поклон за то, что дали вам жизнь и подарили мир вокруг. Второй поклон за заботу и ласку, что вам дарили, за их бессонные ночи и ваше счастливое детство. Третий поклон за то, что вырастили вас такими, что вы смогли найти в этом мире друг друга, рассмотреть среди всех и полюбить навсегда. А теперь я попрошу свидетеля наполнить бокалы. Пусть звучат фанфары в честь прекрасной пары, пусть бокалов дружных не смолкает звон. Все любовью дышит, каждый пусть услышит, как сердца влюбленных бьются в унисон. Жениху невесте быть отныне вместе, вместе строить планы, воплощать мечты. Нет сильнее власти, негасимой страсти. Выпьем же за счастье молодой четы. Дорогие Олег и Светлана, примите этот официальный документ, подтвержденный государством и являющийся свидетельством законности вашего бракосочетания. Живите дружно. Будьте щедры на любовь, и пусть рушник, на котором вы только что заключили семейный союз, станет светлой дорогой к золотому юбилею вашей свадьбы. В этот день, молодые супруги, пусть свершатся для вас чудеса. Вы отдали друг другу не руки, вы отдали друг другу сердца. Жизнь большую прожить вам дается, и отныне пусть все пополам. И пускай лишь любовь остается самым главным советчиком вам. Так давайте же поприветствуем молодых.